Вот уже несколько дней весь мир обсуждает рождение нового королевского наследника. Только вчера стало известно имя малыша: Арчи Харрисон Маунтбаттен Виндзор, а Меган Маркл и принц Гарри подумывают о втором ребенке. Инсайдеры подтвердили, что супруги всегда мечтали о большой семье. Именно поэтому герцогиня Сассекская не собирается откладывать новую беременность. Меган уже начала говорить про еще одного ребенка, заявил источник, близкий к паре. Сейчас влюбленные проживают в огромном доме Фрогмор Коттедж в предместьях Лондона. Маркл в восторге от того, что особняк расположен в тихом районе, где ее семью не беспокоят журналисты и фанаты. Там так много места, что они могут гулять с ребенком и собаками, при этом не чувствовать, что за ними кто-то наблюдает. Вот что важно. Меган там так счастлива по сравнению с Кенсингтонским дворцом. Это как день и ночь, подчеркнул инсайдер. Влюбленные поженились 19 мая 2018 года. Фото: Лиджен Медиа. Накануне Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына. Герцогиня хотела, чтобы роды проходили в спокойной обстановке, поэтому ей пришлось пойти на уловки. Так, ранним утром, когда у нее начались схватки, к особняку подъехало сразу несколько машин скорой помощи. Это запутало поклонников и журналистов, что позволило бывшей актрисе покинуть дом незамеченной. Уже известно, что Меган проведет в декрете несколько месяцев. Рядом с герцогиней находится ее мама, которая помогает звезде с уходом за малышом. Ранее поклонники переживали, что у 37-летней Маркл могут возникнуть проблемы во время беременности, но ей удалось родить абсолютно здорового ребенка. После появления первенца на свет принц Гарри рассказал о своих эмоциях журналистам. Он подтвердил, что находился рядом с супругой в больничной палате и теперь считает всех женщин, становившихся матерями, настоящими героинями. Это замечательные, абсолютно невероятные чувства. «Я хочу сказать, что я так сильно горжусь своей женой», подчеркнул Гарри. «И Гарри, и Меган обожают детей». Фото Лиджен Медиа. По информации портала «Экспресс», влюбленные довольно быстро рассекретили, как назвали сына, и удивили поклонников нестандартным выбором имени, к которому отказались добавлять титул графа или лорда. Вполне вероятно, что у первенца супругов вскоре появится брат или сестра, но герцог и герцогиня Сассекская наверняка захотят до последнего держать в тайне важные события. Класс пост 625 610 подписчиков.